Всем большой привет! Получила я тоже свой заказ по 16-му каталогу Faberlic и спешу им с вами поделиться. Сейчас YouTube как раз все почти снимают ролики на эту тему, и очень интересно смотреть, кто что заказал. В этот раз у меня получился большеват, и даже заказ у меня подруги были активны, потому что очень много вот таких было хороших предложений. Например, на порошок можно было взять 2 за 279 рублей. Он выгодный тем, что такой вот мерной ложечки одной достаточно на целую стирку. Ну, давайте смотреть. У меня подружка заказала 2. В одном сколько грамм? 800. Где вес? Думала, я сейчас вам быстро раз и скажу. Ну, в общем, неважно. Один вот такой, второй вот такой. Это концентрированный стиральный для цветного белья, а это универсальный. Цену я показала. Мерная ложечка на самом деле очень-очень маленькая. Раньше мерные ложечки были в самих порошках, теперь их надо покупать отдельно. Она идет на втором шаге. То есть, если вы заказываете 2 порошка, и максимум вы можете себе купить 2 мерные ложечки. Вот здесь вот приятно так написано Faberlic. И вот такая вот малышка. Так что ложечка тоже уходит к подружке. Также очень выгодное предложение было на... Тоже супер цена вот на такие спреи. Освежители. 119 всего рублей. Ну, если по порошкам, то они оба по 800 грамм. Пролистала, я посмотрела. Я думала, прямо я на порошок гляну и сразу вам скажу, но нет. Тоже 2 мои подружки взяли такие спреи с ароматом яблочко оба. Их многие хвалят, любят, и они экономные. При этом в них нет спирта, насколько я знаю. Вода, да, касторовое масло, отдушка, консервант. Они бесспиртовые, поэтому очень приятный аромат. Ну и также была очень хорошая, приятная цена на концентрированное средство для мытья посуды с экстрактом шалфея. Взяла у меня тоже знакомая. И вот такой вот был хозяйственный заказ. Дальше, для волос. Я взяла сразу уже 3 вот таких шампуня. Это моей маме уже многие знают, что она любит Биоарктик. И когда идет он со скидкой, мы берем сразу впрок. Дальше новинка. Можно в мужской серии было взять 2 средства, и тогда спеццена по желтым ценникам. Я взяла шампунь. Он идет против перхоти. К счастью, этот шампунь не 3 в одном, не 10 в одном, а именно конкретно шампунь против перхоти. Я не люблю, когда гель для душа с шампунем в перемешку. Мне нравится, чтобы был просто шампунь. Очень красивый мужской такой дизайн флакона. Ну а мыло я взяла в довесок, чтобы было 2 по цене, 1. Вот по выгодной цене. Ну и плюс у нас в коллекцию мою пополняется новым кусочком мыла. Далее. Вернулись самые первые новинки из Витамании, они были в первом самом каталоге, потом пропали, все были 2 другие, а в этом, в 16-м все были снова. Я взяла себе 2 геля для душа, они шли по спеццене. Я не знаю, может быть, у меня бюджетный нюх какой-то, но мне очень нравятся их ароматы. Я чувствую аромат сладких карамелек, то есть не то, чтобы там вот прямо киви или земляника, чистая с грядочки там пахнет. Нет, вот мне пахнет сладкими карамельками. Одна с земляничкой, другая с киви. Очень приятные такие и ароматы, и плюс очень позитивный дизайн самой упаковочки. Если берешь 2, то там по 79 или по 85. В зависимости, что вы берете. Либо 2 геля, либо 2 жидких мыла. Я взяла также и жидкие мыла. Теперь у меня есть земляничка и киви и в гелях, и в мыле. И я этому очень рада. Далее. Новинка. В бьюти-кафе появился один новый аромат.
французский десерт. Вот так вот он выглядит. Тоже было предложение, если берете два средства, тогда идет спеццена. У меня подруга взяла себе гель для душа и кусочек мыла. Мне очень понравился аромат, на самом деле. Очень приятный аромат, даже непередаваемо. Вкусными сладостями, выпечкой вот, пахнет. Ну и я решила тоже. Мыла много не бывает. Гелей у меня много, а вот жидкого мыла у меня не так много. Поэтому я себе взяла на пробу, на тестирование именно два кусочка мыла. Этот у меня тоже пойдет в мое хранилище, в мою коллекцию. Я очень люблю мыло от Faberlic собирать. А жидким мылом, конечно, я буду пользоваться. Поэтому аромат я понюхала именно в мыле, открутив крышку, я понюхала отсюда. Он кремовый, да, очень густой мне показался. Ну, не прям не сильно очень, но в любом случае густой. И приятный-приятный аромат десерта. Прямо довольная. Осталась я очень довольна. Также подруга взяла вот такой крем Венотоник для ног. Есть девочки, которые на Ютубе хвалят, причем хвалят конкретно это средство. У меня подруга работает весь день на ногах и к вечеру, говорит, ноги просто гудят, болят. И венки даже, ну, как бы в напряжении в таком их видно. И поэтому я знаю, что много отзывов именно вот на такие проблемы, когда именно вены начинают болеть. Вот этот крем помогает. То есть это не то, чтобы там профзаболевание, это вот именно усталость ног в течение рабочего дня, когда ты весь день на ногах. Следующие два средства заказали у меня две подружки. Это средства для ногтей. Я вам точно про них ничего не скажу, но могу вот так сказать. 72-57 – это средства по уходу за ногтями. Second Nail. Так, 72-57. Это вот это. По уходу за ногтями. Да. Вот оно такое вот матовое. А вот это вот 72-25, кажется. Сейчас я тоже по... 73,95 – это верхнее покрытие для матового эффекта. Вот это такое средство. Я мало что знаю про такие вот средства, которые ухаживают за ноготками, потому что я ими не пользуюсь. Я хожу к маникюристке, она мне все делает сама. И в таких заботливых средствах я немножко профан. Ну и самое сладенькое, что я оставила на конец, это новинки. Конечно, девочки, VIP-консультанты эти новинки уже давным-давно показали. Я никого не удивлю. Многие показали даже всю линейку этих средств. Но, тем не менее, в моем заказе была как лаковая помада, так и новая вот такая полуматовая помада. Вот так она смотрится. Бархатный сезон называется. Вообще, оттенки вот тут несколько только красно-коралловых, и в основном дальше идут бежевые, нюдовые, коричневые, кофейные и уходящие в темный. То есть это вот прямо чистая осень. Я себе взяла так поближе бархатный бежевый. Вот он в каталоге выглядит вот так. Мне хотелось потестировать и рассказать вам свое мнение. Точно такой же оттенок взяла еще и моя подруга. Я его отставлю. А свой я уже пометила. Покажу. 4.0058 артикул. Многие уже показали, что на магнитиках колпачок. То есть он прямо защелкивается. И вот так вот выглядит моя помада. Я очень осталась довольна цветом. Она действительно полуматовая, ложится она плотненько, равномерно, прямо ровно. И вот такой вот нюдовый
оттенок. Но симпатичный. То есть для меня это симпатичный цвет такой. И чего вы сделали? Зачем вы так сделали? Хорошо, не уронили. То я люблю спецэффекты. Ну и вторая помада, которую мне хочется показать, но ее заказывала уже себе не я, а моя близкая подруга, и которая сказала: Света, показывай на камеру, потому что я сама буду смотреть, мне интересно. Она взяла себе вот лаковую помаду, даже это лак для губ, блистательный дебют. В нем 5 мл, 299 рублей, и она себе взяла вот этот оттенок. Так, раз, два, три, вот этот. Престижный розовый, да? Ну и давайте смотреть. Выглядит коробочка вот так, сплошное золото. И давайте смотреть оттенок. Как лак, она, конечно, плотно ложится. Вот так вот, прям вот красивый-красивый. Нежно-розовый оттенок. Ну и давайте смотреть, раз нам разрешили. Это все-таки лаковая действительно помада. И она плотная. Вот так она ложится ровно, плотно. Я бы ее посоветовала носить с контуром, чтобы она никуда не утекала. И не перебарщивать, чтобы она не скатывалась в полоску или как-то вот не кучковалась между двумя губами при разговоре. Поэтому ее нужно накладывать умеючи. Но оттенок очень красивый. Я думаю, моей подружке понравится, и она останется довольна. По сути, они в одном цвете, только лаковая помада, она более яркая, сочная такая. Вот такие вот. Ну и, конечно, как и всем, пришел 17-й каталог, который пестрит новинками, дразнит этими новинками. Сразу хочется много чего себе оттуда. Но заказывать будем уже позднее. Надеюсь, со мной было интересно. Спасибо огромное за внимание. Всем до новых встреч и всем пока!